8 школьников Тюменской области стали победителями Всероссийской олимпиады по родному языку. Теперь они будут защищать честь региона на международной олимпиаде. Соревноваться предстоит с представителями 12 стран. А сегодня в Тобольске чествовали победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников из Вагайского, Увацкого, Тобольского районов. Тоболяк Алексей Потапов занял первое место по астрономии. Просто как-то изучать то, что... Фиг знает, где, за миллионы километров, каких-то огромных размеров. Это как-то не то, что романтично, но в принципе нравится. Ну и плюс это техническая наука и сродни той же физики. Ну, а там в чем физика заключается? Так некое решение задач, применение формул. А мой мозг на это и закручен. После церемонии сотрудники Тобольского пединститута устроили школьникам экскурсию по лабораториям вуза, показали его техническую базу и пригласили на учебу.